Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами будем распаковывать и тестировать очень необходимую вещь для тех, кто занимается записью звука. Если быть очень точным, то для тех, кто занимается записью голоса. Для меня это необходимая вещь, потому что я пишу свой голос в своих обзорах на рекордер, напрямую на его микрофоны. И в очень волнительные моменты я нет да нет бывает заплевываю рекордер взрывными звуками, ну такими как Б, П и Ф. Они очень хорошо слышны на записи, хотя кто-то их и не замечает. И бороться вот с такими взрывными звуками нам позволяет вот такая вот простая и, кстати, недорогая вещь, которая называется поп-фильтр. Но все видели, наверное, певцов ртом, именно он у них стоит перед микрофоном. Конечно, такую вещь можно было бы сделать и самостоятельно, экспроприировав у благоверной пяльца и ее же колготки. Но в моем случае это грозило эскалацией украино-российского конфликта, поэтому я купил заводскую. Заводская штуковина, заводской поп-фильтр имеет следующий параметр. Диаметр у поп-фильтра 15 сантиметров, но 14, нет, соврал, не 14, 13 сантиметров эффективный. Длина поп-фильтра общая 50 сантиметров, длина гибкой ножки 34 сантиметра. Он оснащен креплением, крепление позволяет, вот сюда он в крепление вкручивается, и крепление позволяет его крепить на довольно большие штативы, можно прикрепить на угол стола, либо на ножку штатива. Ну, примерно сейчас прикинем, давайте, диаметр штатива или ножки штатива, будет он равняться где-то 3 сантиметрам. То есть на довольно объемную трубень можно закрепить этот фильтр. И он должен предотвращать появление на записи таких звуков, как БП и Ф взрывных, а именно задуваний, которые возникают после их произношения. Давайте протестируем, как он работает и работает он вообще, и вы поймете, о чем, собственно, речь. Итак, дорогие друзья, вот так рекордер пишет звук с одетой ветрозащитой, но без поп-фильтра. Б-п-ф, вперед, вперди. То есть, как видите, даже с одетой ветрозащитой задувают взрывные согласные микрофоны рекордера и появляются артефакты на записи. Ситуация становится совсем катастрофической, если с рекордера снять ветрозащиту и начать говорить прямо в его микрофоны. Тут даже быкать и фыкать не надо, чтобы появились просто жесткие, жесточайшие артефакты на записи. И теперь смотрите, что будет, если говорить через поп-фильтр. БПФ, вперед, вперде. Раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. БПФ, сколько ни быкой, сколько ни фыкой, не удается вызвать взрывных артефактов на записи. А рабочая вещь, рабочая. Нужная, безусловно, нужна. Поэтому ссылочку на нее ложу в описании вам всем. Удачи, удачных покупок и хорошего звука. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале. Всем пока.